Плана датская пишет. Написано вообще не понятно. Ай, он меня током опять бьет. Ну ладно, я попробую, я не притыщи, я ее же муж. Че, я с тобой что вас не пишу? Чего ради это сил? У меня там сил вообще не придумал. Если бля охота? Нет, если аэроплан играет. Аэроплан? Да. Над крышами летит аэроплан. В голове возник жестокий план. Я направляю на летящий самолет войну добытый дедом пулемет. Мотор жужжит, жужжит, как стрекоза, и пульт рассеивающих полосам. Нет, я не злой, но просто этот самолет какую ночь подряд заснуть мне не дает. А в оригинале она вот так вот звучит. Уже который вечер перед сном, я думаю лишь об одном, что этой ночью мне опять не спать. Когда же этот гад закончит здесь летать? Я не могу, я его убью. Господь простит, Господь поймет, я прокляну судьбу свою. А он летит, мотор ревет, один пропеллер, два крыла. Ах, не уже ли ночь прошла? Ну ладно, за ночь раз, зато всю ночь подряд летает этот маленький крылатый гад. Летит аэроплан, я заряжаю ленту в барабан. Трофейный пулемет калибра 7,62 поможет превратить аэроплан в дрова. Мотор жужжит, жужжит, как стрекоза, и пульт рассеивающих полоса. О нет, я не злой, но просто это самолет какую ночь подряд заснуть мне не дает. В начальном варианте она, да, она такая. Портальгеносцы, да, говорят? Были тогда глупые дети, я его узнал, такой один на целом свете. Падал прошлогодний снег, капает вчерашний дождь.
а у окна знакомый человек. Эй! Партагеносы! Жадные птицы целятся в небо, смелая осень. Сны до упора, отвязные ночи, ласкал голос. Может ли, любят ли воздух, ослепшие рыбы, помнят ли воду? Может ли солнце и небо в угоду светить мне погоду? Понимаю. Стой, да ты что же, да я же ведь тоже, как ты верил дуре. Молчит, но не дышит, видимо, умер. Падал прошлогодний снег, капает вчерашний дождь. А у окна знакомый человек. Эй, Партагеносы! Эй, Партагеносы! Эй, Партагеносы! Спасибо.